Нет, это уже не будет продолжаться в следующем году, так как до конца прошлого года мы погасили всю разницу в тарифах, которая была перед Киевэнерго. На сегодняшний день осталась незначительная сумма, порядка 150 миллионов гривен, но это уже не та сумма, о которой может идти речь, и от нее будут страдать киевляне. А в прошлом году мы погасили основную разницу в тарифах в размере 2 миллиарда гривен, для этого привлекали специальный кредит и были погашены. Кстати, я хотел бы отметить, что на самом деле город Киев — это единственный город, который рассчитался по разнице в тарифах с энергогенерирующими компаниями. Остальные города Украины до сегодняшнего дня не рассчитались, и вы видите, что это есть проблема.